Детская музыкальная школа одержала победу в конкурсном проекте инициативного бюджетирования «Сделаем вместе». Школа выступила с проектом «Музыка детям». Средства на приобретение музыкальных инструментов были выделены из областного и местного бюджета, а также физических и юридических лиц. Свой вклад в проект внесли родители детской музыкальной школы, жители города, индивидуальные предприниматели ИП Любимов, ИП Магомедханова, ИП Полищук, ООО «Юхмед» и администрация города Новошахтинска. Общая сумма проекта составила 2 378 тысяч, из которых 486 тысяч составили деньги местного бюджета. Фонд музыкальных инструментов детской музыкальной школы не обновлялся за последнее время вот так масштабно. Гордостью является то, что в нашей школе появились такие замечательные, уникальные инструменты. Это фортепиано, композитор Глинка. Его уникальность состоит в том, что фортепиано обладает немецкой механикой и звук приближен к рояльному. В классе Маргариты Васильевны Королёвой идет урок. Ученик 5 класса Емельян Бабахов занимается на новом инструменте. Два новых фортепиано, композитор Глинка, производство Санкт-Петербурга, звучат совсем по-другому. Очень нравится, очень яркий, звонкий, передает все эмоции, которые хотел бы музыкант передать, исполняя музыку свою. Стал звонче, стал красивее, Тебе нравится? Ярче звук стал. Новый, он блестит, да? Он лаковый, такой красивый. А это старенький Ростов-на-Дону, который уже реставрировали, но еще послужит. Емельян решил сравнить звучание двух инструментов. А это перкуссионный набор – шумовые инструменты, создающие звуковые эффекты. Впервые с ними знакомятся первоклассники – треугольник, трещотка, кастаньеты. Наш арсенал пополнился и экзотическими. Это барабан джембе, губная гармошка, различные шумовые инструменты, маракасы, детский перкуссионный набор, который найдет свое применение на занятиях с детьми по раннему эстетическому развитию. Никита Кравченко первый класс осваивает гитару, губную гармошку видит впервые, но смело пробует играть. Ну что ж, неплохо для первого раза. Когда педагоги школы вернулись из отпусков, к новому учебному году их ждал приятный сюрприз. Наш ансамбль народных инструментов пополнили концертные домбры, концертные балалайки, гитары акустические, аккордеон, синтезаторы Casio. Преподаватели уже с удовольствием играют и учащиеся играют на этих музыкальных инструментах и разбирают оркестровые партии. Мы благодарны всем, кто принимал участие в этом проекте, за помощь, за поддержку. Это замечательный подарок к началу нового учебного года.